Здравствуйте, друзья, и снова на канале «Тест на эрудицию». Давайте поумничаем еще разок. Вопросы несложные, правила те же, 15 секунд на ответ одного вопроса. Итак, из какого зерна делается напиток саке? А. Пшено. Б. Пшеница. В. Рис. Г. Кукуруза. Правильный ответ – рис. Действительно, саке, традиционный японский напиток спиртной, делается из риса. Какая валюта Дании? А. Доллар. Б. Крона. В. Эскуда. Г. Дублон. Правильный ответ – крона. В Дании национальная валюта – это крона. Какой национальный цветок Японии? А. Роза. Б. Сакура. В. Подсолнух. Г. Эдельвейс. Правильный ответ – это сакура. Конечно, сакура – вишня японская. Какое национальное животное Австралии? А. Утконос. Б. Коала. В. Кенгуру. Г. Кролик. Правильный ответ – это красный кенгуру. Да, в Австралии много самых интересных разнообразных животных, которых нигде нет. Но вот красный кенгуру – это национальное животное Австралии. Как умерла Жанна д'Арк? А. Ей отрубили голову. Б. Сожжена на костре. В. От чахотки. Г. Ковид. Правильный ответ – она была сожжена на костре. Да, действительно, ее сожгли на костре. Как зовут главного антагониста шекспировской пьесы «Отелло»? А. Яго. Б. Артур. В. Гамлет. Г. Отелло. Правильный ответ – это Яго. Да, вот такое вот имечко. Бывают такие имена. Сколько постоянных зубов у собаки? А. 42 зуба. Б. 32. В. 30. Г. 28. Правильный ответ – 42 зуба. У взрослой собаки действительно 42 зуба. Где находится самая маленькая кость в теле человека? А. Пятка. Б. Ухо. В. Плюсна. Г. Кисть.
И правильный ответ – ухо. Действительно, самая маленькая кость скелета человека – это стремечко. Высота этой косточки составляет 3,3 мм, а масса от 3 до 4 мг. У кого из этих народов не было письменности? А. Инков. Б. Ацтеков. В. Египтян. Г. Римлян. Правильный ответ – это инков. Действительно, почему-то у инков не было письменности. Кто открыл пенициллин? А. Пирогов. Б. Флеминг. В. Амосов. Г. Кох. Правильный ответ – это Александр Флеминг. Действительно, это он открыл пенициллин. Ну вот, наш тест закончился. Интересно, кто ответил на все вопросы. Если было интересно, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. И до встречи на канале. Пока-пока.